Всем привет, кто смотрит это в записи. Добрый вечер, ребята. Трейлер новых карт. Смотрим. Standoff 2, Space Invasions. Новая карта. Карты летнего обновления. А, блин, зачем я субтитры включил? Я и так могу читать. О-о-о-о! Красиво. Красиво. Это типа космическая станция. Боже, активация Windows. Ты скотина, активация Windows залагала. Типа здесь мы будем прыгать, да? Какой-то центр, захват точки в центре, что-то наподобие этого. Но космос красив, красиво, слушай, красиво. Космическая станция, карта, она какая-то очень открытая. Я как понял, на вот это место нельзя будет забраться. Прыжковые платформы. А пацаны, я вам напомню, что в разборе трейлера, мы с вами смотрели, в разборе трейлера говорилось, что будут суперспособности. Цитадель? Это чё за ад? Йоу, это как в Думе! Ля, смотри, цитадель реально огромная! Цитадель, адская цитадель, это круто, как в Думе, обалдеть! Я думал, будет что-то наподобие провинции. Но здесь это какая-то адская преисподняя. Здесь даже вон висят какие-то руны древние. Охренеть! Чуваки, это вообще крышесносящая вообще обнова. Это просто крышесносящая обнова. Это руны из Дума реально. Это как Quake Arena, но это все? Слушай, давай еще раз посмотрим. Пацаны, это все, черт возьми, как же мало контента показали, но карты раскрыли целиком и полностью. Это просто две новые карты, две новые карты, самостоятельные, не реворкнутые какие-то, не сделанные из старых пресетов. Это реально две, черт возьми, новые карты, на которых будет, как я понял, здесь будет какие-то два разных режима. Здесь не просто так в космической станции в центре есть какая-то точка. Мне кажется, здесь будет захват точки в центре. Режим с захватом точки. Одна команда, возможно, будет защищать, другая команда будет атаковать эту точку. Плюс мы еще будем собирать какие-то бафы с суперспособностями, например, как... представьте, это будут бесконечные гранаты, как были снежки у Санты. Либо какая-нибудь там, я не знаю, палка, которая будет убивать с одного удара, какой-нибудь длинный супернож. Или это будет какой-нибудь космический миниган. Высокие прыжки в невесомости, это 100% будут. Они будут и на космической станции, они будут и на цитадели, потому что на цитадели тоже есть прыжковые платформы. Вон она, внизу подо мной, короче, вот там была прыжковая платформа. Так что в цитадели тоже будет какая-то невесомость или просто высокие прыжки. Но цитадель, пацаны, выглядит просто бомбически! Вау! Космос и ад! Это что-то с Думом связано. Блин, это что-то с Думом связано. 100%, пацаны, это что-то с Думом связано. Есть такая игра Doom, где ты играешь за чувака, у которого, ну, космическая станция, он живет на космической станции, и он через Марс отправляется в ад. Это какой-то Doom, реально, а не Standoff 2. Вообще пушечное обно. Ребят, пишите комментарии, что думаете по этому поводу. Я считаю так, что я пробил абсолютно все. Сверхспособности, захват точек, высокие прыжки, невесомость, как было в этом, в снайперских дуэлях. Ну и в принципе все. Два новых режима. Режим для космической станции и режим для цитадели. Это будет два новых режима. Какие-то командные бои. А может быть вообще будет четыре режима. Два для одной карты, два для другой. Ну карты просто вообще вынос башки. Это нереально круто. Как же давно у нас в нашем стендовчике не было вот таких вот охеренных обновлений. Глобальных обновлений. Я прям жду, не дождусь, пацаны.